Всем привет, друзья! С вами Дэнни. И сегодня я решил обратить внимание на одну новую игру от создателей Torchlight. Игра обещает быть интересной, захватывающей, атмосферной. А называется она Hop. Надеюсь, я правильно произнес. Что ж, давайте посмотрим, что это за игра. Так. Кто там? Привет. А где я? Точнее, где игрок? И кем же я играть буду? Прикольный робот. Ты же робот? А вот и я, наверное. Эй, приятель. Не любишь свет? Слишком светло? Ничего, я думаю, скоро привыкнешь. А ты кто еще? Двухногий кролик. А, так я могу управлять им уже. Привет. Так ты тоже какой-то механический немного, да? Или я ошибаюсь? Не знаю. Вроде бы да. Ух ты, прикольно. Так, управление. Это у нас бег. О, ты можешь бегать? Как прикольно. Блин, прикольная графика. Реально похожая на Torchlight. Такие же контуры. Такие же сочные цвета. С тобой можно поиграть? Просто бегаешь от меня. Так, а что? О, прыжок. Остальные клавиши что делают? Пока непонятно. Ладно, давай просто побегаем. Посмотрим, что тут, да и где. Так, сюда нам, наверное, еще нельзя. Ух ты. Прикольная анимация. А куда мне идти? Привет. Эй, остановись. Стой. Ух ты, что это? Прикольно. Тебе нельзя открыть? Ладно, видимо, это еще закрыто. Сколько всего интересного. Сегодня я буду делать небольшой такой первый взгляд. Обзор на новую игру. Ух ты. Красиво. Достаточно. Не знаю, если она меня заинтересует, я буду ее проходить. А так просто хочу посмотреть, что это за игра, что она себе представляет. В описании говорится, что... О, привет. Атмосферный мир. С нотками жестокости. Что это? Так... Какой-то сильный. Прикольная музыка. Ты можешь медленно ходить. Интересно, какого ты пола? Ты мальчик? Наверное, да. Как он носится быстро. Прикольно. Атмосфера пока мне нравится. Такая добрая. Простая. Это у нас что? О, тихо. Тебя трогать нельзя, я понял. Пойдем за этим великаном. О, ты мне чуть голову не отрубил. Поосторожней, парень. Не понимаю, ты большой и страшный. Блин, анимация вообще крутая. Каждую ступеньку он запрыгивает. Ну вот видно, как он запрыгивает. Никаких пролетов в текстуры, ничего подобного. Так, мне, наверное, к нему. Эй, подожди меня. Только без выкрутасов, ладно? О, так я мог пробежать. Так, мне туда не надо. Я оттуда пришел. О, кролик. Привет. Осторожно. Ты кролик же? Что у тебя с мордой? Ты еще и летать умеешь. Обалдеть, здесь фауна, флора. Все такое странное. О. Прикольно. Ух ты. Так ты еще и карабкаться умеешь. А далеко? Ладно, просто пока пойду за ним.
Ничего не объясняют. Что делать? Куда идти? Бабочки? Это, видимо, сохранение. Я так полагаю. Воу. Силен. Молодец. Показал, что ты умеешь. Ну и что? Куда нам дальше? Не за тобой? Эй, друг! Оттяни меня! Я не могу сюда забраться. Еще и застрял. Нет. Так, а как мне туда залезть? Видимо, не зря же ты вот эту штуку сдвинул. Наверное, мне придется обойти все. Да. Прикольно. Пока непонятно. Но прикольно. Игрушка интересует с моей, своей атмосферой. Нормально? Перепрыгнул? Так. Ну что, а дальше куда? Дальше я правлю? Хочу сюда. Опа. Ты дружелюбный? Какая детская игра. Такая простая. Понятная. Какое странное животное. Воу. Ты еще кто? Ого. Похоже, тебя заразили. Что? Воу. Я сказал детское. Мне кажется, я малость ошибся. Прикольная завязочка. Что ж, я думаю, поиграю какое-то время в нее. А я думал, простые головоломки. Тут еще к головоломкам сюжет прикручен. Кто-то решил меня спасти, здоровяк. Блин, мне кажется, он отрубил мне руку. А как я без руки? Ладно, разберемся. Ого, ты себе руку оторвал? Это зачем, интересно? Хоп. Что значит хоп? Неизвестно. Ого. Нифига себе, лапище. Что, тоже не ожидал. Прикольная штука. Это он тебе сделал? Блин, а как ты с ней ходить-то будешь? Она же здоровая. Тяжелая, наверное. Нет? Справишься? Так. Ну что? Пойдем осмотримся. Что нам эта рука даст? Прикольно. Что это за фиолетовая дрянь, которая меня поймала? Типа враг? Так. Куда нам дальше? Так, а что это с кубиком? Он мигает. Ага, его можно взять. И перетянуть, я понял. Похоже, мне в эту сторону. Опять к нему? Он здесь? О, вон эта дрянь. Непонятная. А вон зверюга. Так, ты плохая, да? Тебя нельзя трогать. О, кто там? Кто там был? Я не один это видел? Прикольно. Сюжет прям интригует. Так, куда можно перетащить? Ага. Только, получается, в границах, которые нарисованы на траве. Значит, мне сюда. Блин, пока определенно мне игра нравится. Не знаю, что будет дальше, но она как-то завлекает своей простотой.
И какие-то сюжетные повороты такие. Прям все-таки интересно. Я думаю, какое-то время я потрачу на прохождение. Ого, друг, так это твоя рука была, да? Обалдеть, а это еще кто? Кнопка действия, давай попробуем. Экскалибур? Куда же ты испарился? Что это за значок слева был? Ладно. Просто пойдем туда, куда он ведет. Так. Сюда пока нельзя. Что там? Не справляешься без меня? Ну давай помогу. Это же просто, смотри. Так, а это еще что? Осколки? Так, ты показал туда, да? Ну давай туда. Такое простое и достаточно понятное интуитивное управление. Легкое, непринужденное. Так, сюда? Что это у нас? Добавляет комбо. Мощная атака на бегу. Улучшает отклонение. На это все пока у меня нет денег. Это, видимо, стенд для апгрейда руки. А это что? Давай посмотрим. Ага. Ты решил скидать туда все кусочки, да? В этой игре оно так делается. Ну вот и первый меч. Руки тебе было недостаточно. В качестве оружия. Прикольно, складывается так. Правда, пока непонятно, острый он или это просто палка. Так, еще один можно сделать. О, вот это классно, вот это интересно. Осторожно. Блин, прикольно. Так, кнопка А — это у нас прыжок, кнопка Б — о, это перекат. И вот до этого не было. Y, не знаю что. X — это удар. Бегать РТ, РБ не работает, ЛТ не работает, и ЛБ тоже не работает. На стиках ничего интересного я не увидел. Ну что? О, птичка. Ты мне напоминаешь Бастиона из Овервотча. Тоже с птичкой был. Так, на стиках ничего интересного нет. Что у нас здесь? Так, это меню. Восстать. А здесь? О. Способности. Что это значит, пока непонятно. Способности. Ладно, не буду пока с этим разбираться. Пока просто буду делать то, что мне говорят. Так, и куда мне бежать? Видимо, к той стене, да? Нет? Ну, просто тут так визуально можно как будто бы разбить. Прячь оружие. Эй, друг, куда мне дальше? А ты не разговорчивай. Ладно, разберусь сам. Какие-то механизмы. Блин, сколько всего в этой игре. Я уже запутался. Сюда можно? Как будто кто-то кричит. Нет, сюда нельзя. Да, там кто-то кричит. Блин, сколько всего. Здесь я, по-моему, не был. Или был. Опа, это что у нас? Что это было? Что за ленточка? Может быть, сюда? Ага. Это, по-моему, первая локация. Ну, я сюда забегал. Да, вот. Вот эту штуку я нашел. Сможешь так достать? Молодец. И что же там? Что это?
какая-то непонятная штука. Ага, по-моему, это половинка квадратика здоровья. Ну, я так думаю. Просто наверху появилась слева. Все-таки определенно я что-то упускаю. Я думаю, это что-то прямо перед глазами. А я этого не вижу. Да? Друг. На тебе. За твое молчание. Нет? О! Ух ты! Прикольно! Как я могу грубить кусты? Я нашел себе новое занятие. Ты видел, как я круто обошелся с этими кустами? На тебе. Может быть, сюда можно спуститься? Ух ты. Сможешь спуститься аккуратно? Да. Так вот, куда надо было пройти. А я путался, ходил, искал. Тратил время. Так, аккуратно. Я боюсь все время, что он слетит просто. Так, что это нам даст? Ты решил посидеть. Ну ладно, отдохни. Эй, ты кто? И кто это был? Ты просто присел и все? Это все, что ты сделал? Немногословно. Так, мне, наверное, туда. О, так он может перепрыгивать, я вижу. Видимо, да. Да, все-таки да. Прикольно. Блин, интересная механика, мне нравится. Так, это можно вытащить. Я думал, будет проще, но... Игра действительно достаточно такая запутанная. Так, туда ты не смог допрыгнуть. Подожди. Поближе. Так. Аккуратно. Оп. Молодец. Дальше сюда. О, аккуратно, аккуратно. Вот это да. Жуть. Так. Сможешь запрыгнуть? Молодец. Так, я думаю, дойти до сохранения и закончить на этом первую серию. Да, потому что будет еще серия вторая, может быть и третья. Мне понравилось. Опа. Вы, наверное, плохие, да? Что ж, пока вы сюда не можете залезть, я не буду вас трогать. Посмотрим на вас в следующей серии. Что ж, думаю, на этом закончить. Игра действительно прикольная, напоминает и Torchlight, и какие-то другие проходилки, бродилки. Ну, достаточно интересная головоломка с сюжетом. Думаю, потрачу какое-то время на прохождение. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.